Что-то вот не знаю, сразился я пару раз с людоедом, но чё-то не впечатляет он меня. Как-то посмотреть силу команды я могу. Всего 124 тысячи было у команды. Причем думал, что может вручную они там. Сейчас смотрю, что вот чувак два раза какой-то, даже не знаю, чьи-то иероглифы, нападал. Я Валентин Томашевский, приветствую вас у себя на канале. И, друзья, сначала хочу напомнить, что в воскресенье последний раз открывается Void. Возможность достать Void бутылки, Цитадель Тьмы откроется в воскресенье. А кто там собирает фоли и еще не успел покрасить, не забудьте. Ну и пока мои насилуют голема, хотел почитать новость вчерашнюю. Вчера Цирилла, она вообще на cyrilla.com заходила, но неважно, написала следующее, что всем привет, прошло некоторое время, как мы поделились планами с вами. Ой, так вот насчет планов. Я думал, что они хоть маленько сожалеют и извинятся, но я был неправ. Вот, в текущем событии на получение Центуриона, похоже, застало многих игроков врасплох. Слабаки. Мы думаем о том, как заранее сообщить вам, подготовить лучше к таким важным мероприятиям в будущем, чтобы события, которые являются составляющим чего-то большого, не застали вас неожиданностью. Вот. Собирая ваши последние отзывы о событиях, мы приняли решение смешивать их, сложные и легкие. Следите за этими тизерами и убедитесь, что вы готовитесь к событиям, которые окажутся вам привлекательными. Мы собираемся запустить два турнира в ближайшее время. Они будут немного отличаться от того, в чем вы ранее участвовали, но дадут возможность показать силу своих кошельков и заработать ресурсы для укрепления ваших команд. Мы также планируем добавить двух героев для слияния в следующем выпуске. Они будут постоянные. И последнее, однако не самое мелкое. Мы читаем абсолютно все ваши комментарии на всех платформах. Если мы не в сети, наши модераторы готовы сообщить нам, что мы могли что было увижено, что наблюдали. И любое обновление, модификация, дополнение к игре требует времени, чтобы пройти через это, разработка и внедрение. Вот. Мы благодарим вас за то, что вы с нами. Это еще не все. Но почему не черкануть, что завтра начнется турнир? Ну в чем проблема, блин? Не понимаю. Она пишет, что мы будем общаться. И молчит, как рыбка в банке. Ну и к моменту выхода ролика вы все уже будете знать, что идет турнир в данный момент. Причем я смотрю, народ активно врубился в него тут вовсю, набирает очки. Ну я что-то не сильно представляю, за что тут бороться. Ну может быть, за курицу, и то вряд ли. Очки получаются следующим образом. Мы идем на плато Ледяного Голема и там убиваем, собственно, этого самого голема. Вот, то есть я только что убил артефакт, выбил артефакт 6-го уровня, эпический. Соответственно, я получил 17 очков. Перед этим я выбил 5-звездочный легендарный. Я получил 20 очков. То есть, надеюсь, понятно, как очки организовываются, получаются. Глобальный рейтинг красиво выглядит, но что будет в призах, как-то не указано. У меня сегодня по планам получить свиток опыта. Вот я заканчиваю этот квест. То есть группу ежедневных квестов выполняю. И, соответственно, у меня выполнились еженедельные квесты. И получился свиток опыта.
Отлично. Обновилось здесь, и, соответственно, получается, что я смогу еще взять бутылок. То есть у меня будет довольно много энергии фришной, бесплатной. Испытание я здесь заначил энергию, и всю эту энергию я планирую пустить не на турнир, а на прокачку фоли. Вот мой фоли, в каком состоянии. В данный момент он 5-звездочный. Соответственно, когда он апнется до 60-го, базовые параметры где-то в 1,5 раза поднимутся. Вчера чуть-чуть начал ему таланты качать, но это дело не быстрое, как сами понимаете. Докачал вчера полностью обе колды. Таланты. Вот эти вот два последних таланта. Снайпер, вот этот вот талант, который на 5% поднимает шанс от навыков и от шмоток наложить штраф. И его как бы продолжение, это 30% вероятность, что этот штраф будет дольше на один ход. На некоторые не действует. Но колда на автокомбате, она использует и яд, и, соответственно, штраф лечения, собственно, это важнее. То есть нужно, чтобы постоянно тот же самый какие-нибудь боссы, которые, чтобы они под этим бафом были перманентно. То есть штрафом, какой же баф, извините. Чтобы компенсировать как-то слабую меткость колдов, я прокачал до 5-го уровня бонус меткости. То есть они сейчас 30%, ой, 30 просто дают. Вот, а у синих 40 дают. Что-то я несколько раз подряд в комментариях вижу сообщение о том, что значит, или скажем так, умозаключение, что я не буду играть в рейд. То есть, собственно, ребят, я такого не говорил, и пока этого не предвидится. А опять же, то есть, если что-то такое будет, если будут у меня какие-то мысли на эту тему, то уж подписчикам я обязательно сообщу. Лишь бы что делает мой Купидус, господи. Когда уже этот автокомбат поправит? Подозреваю, что никогда, либо к Новому году, и то это оптимистичное заявление. Кстати, давайте посмотрим, что там в призах падает нам. Сначала с невозможного босса, это 4-й. Такое оружие. 10 пива. Здесь еще 8 пива. Книжка маленькая. Доспех на прямое здоровье. Из трудного босса. Это 3-й босс по счету. Тоже последний сундук. 4-звездочный. 5 банок синих средних. И перчатки на защиту. Защита, скорость, крит шанс. Если бы хотя бы звезд побольше было. Нет, так мы такое. 4 звезды уже не модно. И средние бутылки очень полезно. Ну вот, получил фоли 6-ю звезду. Покрасим его сразу. Отлично, все краски и карандаши у нас есть, чтобы это сделать. Теперь ему можно посмотреть амулет. Я, собственно, знаю, что у меня амулета нету на меткость. Поэтому оденем такой пока временно, что есть. Но это что есть, видите, здесь и скорость, и здоровье, и атака, и базовая защита. Так, в принципе, не самый плохой амулет. Знамя, то бишь, что же я говорю такое. Есть у меня 60 пива. Я вот думаю, если я буду не качаться, а именно скормлю пиво фоли, он же довольно быстро получит свой уровень. Давайте попробуем. 54 пива и, соответственно, 380 где-то тысяч серебра ушло на получение 51 уровня. Давайте посмотрим, какие у него статы стали. 27 тысяч здоровья. При 2500 брони, то есть вполне может быть, что не будет не дохнуть уже. Ну и давайте попробуем взять фоли вместо аллюры. Будет ли он колоть броню боссу, посмотрим. Будет ли это иметь какой-нибудь эффект, не сдохнет ли он сам вообще.
В принципе, у него хорошая броня и хитов, конечно, маловато, но все же большая поддержка. Давайте промотаем до босса. Ну и давайте на ускоренном посмотрим, как они будут сражаться здесь. Ну вот, повесили на босса и раскол, и слабость. Это тормозит клиент. Ну, короче, смотрим, что... Не сказал бы, что Фоли тут что-то дал. Давайте заменим его на колду, сгоняем. С колдой тоже так себе получилось. Она своим выстрелом в сердце снесла боссу слишком много жизни во время, как живые были еще эти самые. Почему-то на автокомбате. Непонятно, почему так он поступил. В общем, мы получили холодную месть, усиленную и... Осталось только два игрока. Ну, Николас тут, в принципе, он в состоянии один это пройти, по-моему. Ну и вместо колды давайте Купидуса попробуем. Когда горят миньоны, все-таки босс получает очень много урона. Купидус помог быстрее первые две волны пройти. Но на боссе он сдох. Причем опять из-за холодной мести, опять не вовремя получилось удар по боссу. И Юлиана, имея 145 меткости, постоянно промахивается по миньонам. По миньонам не накладывает, они резист, 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 постоянно сопротивляются.